Привет всем! Сегодня я хочу поговорить немножко хулиганскую тему о том, как моя кайдзинская рожа помогает мне в Японии, в том числе в исследованиях. И я думаю поговорить даже не о том, как она помогает мне, потому что это достаточно однообразно, честно говоря. То есть как она мне помогает. В основном я могу залезть куда-нибудь, куда возможно залезать лучше не надо, а потом похлопать глазками и сказать: вакаримасен, нихонго вакаримасен, типа я не понимаю по-японски. Я к этому очень редко прибегаю, на самом деле, я все-таки человек законопослушный, но пару раз бывало. Научил меня этому, как ни странно, вполне себе японец, причем не просто японец, а священник буддистский. Расскажу эту историю, ну, понятное дело, без персоналей и не упоминая, где это все происходило. В общем, однажды мы с ним поехали на исследование вместе и решили заехать в один храм. Дело было как раз на буддийский праздник, и он хотел посмотреть и, возможно, даже сделать фотографии очень интересного объекта, панорамы ада. Там был, значит, МАО в окружении 12 судей, там еще должно было куча всякого быть. Но на тот момент мы толком не знали, потому что эта панорама ада обычно была закрыта. Открыта она была только вот на такие буддийские праздники, совсем ненадолго. Если я не ошибаюсь, это был Обон. Да. По-моему, Обон. И самая большая проблема заключалась в том, что фотографировать там обычно не разрешалось. Он хотел как раз попросить, чтобы ему позволили сделать фотографии. Но подозревал, что ему, возможно, и откажут. И вот мы приехали. Панорама как раз была открыта. И нам повезло, как раз там вокруг никого не было. Ну, просто было открыто. Мы зашли туда, посмотрели. И тут мой спутник решил все-таки сделать парочку фотографий, потому что она была абсолютно великолепна. Но мы побоялись, что, возможно, нас могут там заметить священники, и тогда будут проблемы, или кто-нибудь зайдет. И мой спутник придумал такую схему. Он сказал, он снял шапку, чтобы его лысая голова была видна. Он сказал: так, если сейчас сюда заходят какие-нибудь посетители, я делаю вид, что я священник, и показываю тебе вот это вот, вот это место. То есть мы были в куртках как раз. То есть священник, не видно, что там у него под курткой конкретно. Он говорит: я буду показывать себе панораму ада, иностранные гости, а ты будешь кивать головой. И люди решат, что все нормально, пройдут мимо. А если придет настоятель храма или кто-нибудь вообще из храма, то тогда я сделаю вид, что я иностранец, а ты будешь говорить, лопотать что-нибудь там на смеси английского и японского, чтобы им стало страшно, и они просто сказали: уходите отсюда. И все это время мы снимали, то есть мы делали фотографии этой панорамы ада, никто не пришел. По-моему, в какой-то момент там мимо проходили какие-то люди, он тут же встал в позу, типа: вот, я показываю тебе, я показываю, видишь, вот, смотри, смотри. Ну, в общем, нам не пришлось иметь дело с рассерженными священниками. Потому что потом я поняла, что такие встречи могут не очень хорошо закончиться. У меня одного знакомого японца закрытых территорий храма гнали метлой. Ну, не знаю, была ли она поганой, но, по крайней мере, метлой гнали. Потом еще был случай, как меня использовали для того, чтобы умилостивить соседей. В одном храме, довольно крупном, проходил семинар для священников. Семинар был чисто местным. Я на нем
помогала. Ну, делала какие-то такие чисто даже не административную поддержку, а, грубо говоря, подай, принеси. Проблема заключалась в том, что этот храм находился в очень близком, на очень близком расстоянии от жилых домов, нескольких жилых домов. И устроитель семинара, опять же, разместил своих гостей на ночь в том же храме и был уверен на все 100, что перерастет это в веселую попойку. Может быть, даже до поздней ночи. Чтобы избежать жалоб от окружающих жителей, окружающих домов, решили сделать такой финт ушами. Взяли меня и пошли по домам. В каждом доме рассказывали одну и ту же историю. У нас здесь семинар международный. Вот смотрите, у нас тут, видите, гость приехал из-за границы. Вот важный гость, видите, стоит, какой важный гость. Вы уж извините, мы можем немножечко вечером пошуметь, потому что это очень интенсивный семинар, и вечером мы, скорее всего, тоже будем все еще заниматься этим самым семинаром. И так в каждом доме. От меня что требовалось? От меня требовалось стоять, кивать головой и временами так несколько растерянно поглядывать по сторонам. То есть я иностранный гость, я не понимаю по-японски. И так мы обошли 4 или 5 домов. Везде я вела себя абсолютно одинаково. Люди видят такого важного гостя, то есть какую-то блондинистую даму, непонятно откуда взявшуюся, кивали, говорили, да-да-да, конечно, мы все понимаем. И мы шли дальше в следующий дом. Да, занимались этим, как я сказала, 2 близких священника. Впоследствии я еще несколько раз напирала именно на свою гайдзинскость в своих исследованиях, то есть просто банальнейшее замечание. Если ты приходишь в храм, и у тебя явно иностранная рожа, то тебя скорее там примут и скорее захотят с тобой поговорить. По 2 причинам. Первое, это то, что людям как-то неловко послать тебя, все-таки ты явно из-за границы ехала так далеко в наш храм. Нехорошо так с человеком обращаться. А во-вторых, срабатывает такой эффект случайного попутчика в поезде. Это иностранный гость, она явно нигде здесь не взаимосвязана, и ей можно рассказать такие вещи, которые мы никому не расскажем, просто потому что, а вдруг они передадут это тем, о ком мы сейчас рассказали. Таким образом, я выслушала огромное количество всяких сплетен, была посвящена в несколько очень локальных конфликтов, которые мне, в общем-то, не были особо нужны для исследований. Но и в плане исследований тоже удалось собрать интересную информацию. Люди рассказывали мне какие-то свои случаи, очень такие персональные, рассказывали историю статуи, которую обычно никому не рассказывается. Я считаю, что в этом мне моя гайдзинская рожа помогла. А вот отказ со мной говорить у меня был буквально пару раз каких-то. И то так. Я не могу сказать, что мне со мной отказывались говорить из-за того, что иностранка. Там могло что угодно другое быть. И, кстати, недавно я продемонстрировала своей подруге это преимущество. Дело в том, что мы с ней зашли на территорию заброшенного отеля. Ну, не сказать, что случайно, мы знали, куда мы идем. И тут туда вдруг приехал смотритель, и подруга перепугалась, японка. Я стала отчаянно хлопать глазками и говорить, а что, здесь нельзя остановиться на ломаном японском, которому я уже освоила за это время. Именно такой ломаный, знаете, как говорят иностранцы, которые вот буквально пару месяцев учили.
И, понятное дело, сработало. Человек сказал, нет, знаете, здесь никак остановиться в этом отеле нельзя. Отель, все. Мы покивали головой и ушли. Подруга потом сказала, ну, ничего себе. Вот, оказывается, как вам, иностранцам-то хорошо в Японии. Ну, я советую лично такими вещами не злоупотреблять. Но стоит понимать, что это тоже ваше большое преимущество. Всем спасибо. Пока-пока.